Жизнь пожилого нижегородца оборвалась утром 26 февраля на пересечении улиц Октябрьской и Варварской. По свидетельствам очевидцев, мужчина неожиданно повалился на землю у рекламных щитов. Поступило сообщение в полицию о том, что на пешеходном переходе улицы Октябрьской обнаружен труп мужчины около 70 лет. На место происшествия выехала следственная оперативная группа, которая произвела первоначальное действие. Представитель ритуальной компании рассказал, что медики, прибывшие на место происшествия, предположили, что у мужчины остановилось сердце. В настоящее время причину смерти данного гражданина будет установлена в ходе системы медицинской экспертизы. Также на месте удалось узнать, что погибшего зовут Николай Грачев, и он ветеран труда. Выяснением всех обстоятельств происшествия займется Следственный комитет.